В округе продолжается благоустройство парка «Лесная опушка». Какие работы выполнены в рамках первого этапа и когда сделают прогулку по парку комфортной для жителей, расскажем в сюжете. По итогам голосования на портале «Добродел» благоустройство зоны отдыха включили в государственную программу Московской области «Формирование комфортной городской среды». Сейчас полным ходом проводятся работы по обустройству тропиночной сети и уличного освещения вдоль дорожек. Будут установлены датчики движения, чтобы в лесу как бы загорались они по времени и от движения. Мы сейчас находимся с вами на новом проезде. Он ведет как раз к основной территории напротив поселка Октябрьский от дома 5. Там будут установлены новые детские площадки, площадки воркаут. Также будет установлена уличная мебель, лавочки, урны. Все для удобства жителей и с их пожеланиями. Здесь установят две спортивные площадки, пункт охраны, модульные туалеты. Организуют закрытую зону для выгула собак. Благоустроен будет водоем в конце этой пешеходной зоны. И, конечно же, этот проект реализуется благодаря программе губернатора. Лично Андрей Юрьевич этот проект анонсировал. Очень давно жители просили это благоустройство. В данный момент идут активные работы, они уже близятся к завершению. Первый этап благоустройства лесной опушки завершат к 1 сентября. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.